Здравствуйте! Но в эфире телеканала Next TV программа «Рядом с нами». Великая Отечественная война – одна из самых страшных в истории не только нашей страны. Если для многих картина о том, что происходило на полях сражений более 70 лет назад, вырисовывается в основном из рассказов ветеранов, то наша сегодняшняя героиня воссоздает историю по найденным в экспедициям артефактам. У всех народов мира существовал культ почитания предков, их могил. Ведь само понятие Отечества впервые родилось на могилах предков. Пока не будет погребен последний солдат, погибший в той ужасной войне, да неприличие фальшиво будут звучать слова поэта: «Никто не забыт и ничто не забыто». Елена Анатольевна Завьялова – педагог-организатор детского юношеского центра «Винет». В свою первую экспедицию по поиску останков солдат Великой Отечественной войны она поехала, будучи еще студенткой, ради интереса и любопытства. Тогда она даже и представить не могла, что это станет для нее делом всей жизни. Будучи студенткой Казанского университета, попала в организацию «Снежный десант». Ну, как очень многое в моей жизни происходит случайно. Случайно попала. У ребят не было... Было свободное место, был куплен билет, и не было человек отказался ехать. То есть меня взяли в экспедицию «Долина». Я давно про это слышала, про них. Они были на всех факультетах университета, и поэтому... Я была очень активная, драм-кружок-кружок по фото, мне еще и петь охота. И, в общем, когда предложили на майские праздники, недолго думая, все, собрала оборудование, все, что нужно, там рюкзак, болотники, ну и поехала с ребятами. И, в общем-то, так получилось, что это оказалось на всю жизнь, потому что первый день мой в долине оказался настолько продуктивным, что немногие могут таким похвастаться, даже я могу сказать, будучи достаточно такой в то время медлительное, я опоздала, очень долго собиралась. То есть мы приехали в мясной бор, выгрузились на станции, пришли на бивак, тогда мы ходили везде пешком с огромными рюкзаками, после обеда решили идти в поиск. То есть нас, новичков, в поезде, соответственно, учили, что делать, как делать, примерно, тем более, если ребята ходили уже на собрание. Я никуда не ходила, и меня учили все в поезде. Говорили, что если вы найдете бойца, вдруг рядом не окажется тех, кто уже более опытный, дали нам красные тряпочки, привязывают тряпочки. И, мы пришли на бивак, все собрались как-то очень быстро, а я прокопалась и отстала от всех. То есть я иду и вижу, а там очень такая местность, болото, и одинаковая она везде, то есть заблудиться вообще пару пустяков. Тропинка есть, иду, по тропинке, вижу хвостик своих одногруппников, людей со своей команды, и хоп-тюк, какой-то звук непонятный. Я, раз звук сказали, на любой непонятный звук разрываем, это может быть боец. Открываю берцовую кость, я быстренько взрываю, привязываю красную тряпочку. Делаю два шага, тук, опять такой же звук. Я, опять там, опять кость, опять останки. Я опять взрываю, опять привязываю красную тряпочку. И вижу последний из наших, далеко-далеко уже где-то, я уже точно их не догоняю. Я, встаю, опять тюк, опять боец. Тут девочка 18-летняя села и заревела, потому что все ушли, делать не знаешь что, и у меня такое состояние было. Села так... Заревела. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы поблизости не проходила еще одна группа искателей, которые обратили внимание на заплаканную студентку. А спустя еще несколько минут эти же ребята спасли девушке жизнь. На мое счастье, мимо проходил отряд, сборный отряд Архангельской Ленинградской области. Ребята уже постарше пришли, ребенок тычей. Я говорю, я казанская, с десанта Мехматовского, а что, говорит, тут сидишь, ревешь-то? Я говорю, три человека нашла, и что делать, не знаю, я тряпочки тут напривязывала. Ребята, ладно, оставайся, а что твои? Я говорю, как-то меня потеряли. Они начали уже объяснять, там ребята уже опытные были, не первый раз в долине, они начали объяснять, мы начали раскоп, вначале одного бойца, мне объясняют, показывают, что я уже сижу с ними, уже с людьми не страшно. Начинаем снимать верхний слой дерна, эта девочка, берет так, а это что такое? Вытаскиваю кольцо от лимонки. Следующий момент был, я очухиваюсь, что я лежу в грязи полностью, меня накрыло два тела, я лежу в грязи, тихонечко эту лимоночку взяли, утопили в речке, благо речка рядом была, то есть она была отсыревшая, взорваться, по идее, могла. Потом они так на меня смотрят и говорят: так, Леночка, солнышко, тебе щупик, походи еще по округе, вдруг кого найдешь, может, сами покопаем.
Ну, Леночка берет щупик, а тут еще один, а тут еще один, а тут еще они такие, ну, мы уже не справляемся, их 7 человек было, мы уже не справляемся, Леночка, девочка, ты как-то это. Значит, и так получилось, что в первый день своей работы я нашла 15 человек, плюс ко всему ложка с фамилией Дятлов. К сожалению, родственников этого Дятлова так и не нашли, потому что больше ничего не было. Ну, тогда интернета не было. Сейчас эти все материалы заново перерабатываются, пересматриваются, то есть все, что найдено. То есть это экспедиция «Долина» в Новгородской области. И, значит, вот так вот я и попала. Как признается Елена Анатольевна, все дальнейшие экспедиции практически всегда не были впустую. Она вновь и вновь находила останки солдат. Но потом добавляет, это как будто бы не я их ищу, а они меня зовут. Как будто внутренний голос подсказывает, где именно искать надо. Я не знаю, вот это вот, как сказать, моя чуйка, как ребята называют. То есть ты идешь, они говорят, они сами тебя находят, не ты их находишь. И поэтому ощущение, была ситуация в лесу, я 3 дня ходила вокруг одного бугорка. Ну вот бугорок, ну нет, ну все, щупом прощупали, миноискателем просмотрели. Ну нет. Такие ситуации, вот я вечером, например, уже ухожу одна туда, когда народу никого нет. Одна села, посидела, и я не знаю как, но нахожу. И вот с тех пор наша героиня, попав в группу совершенно случайно, не может оставить это дело, которому посвятила свою жизнь. Да, есть люди случайные, они пришли, ушли, но как, это как и в любом деле. А в основная масса, которые занимались этим, они так и продолжают. То есть невозможно уйти, потому что знаешь, что бойцы тебя ждут. То есть для вас это гражданская позиция? Это гражданская позиция. Поэтому как бы вот взять, например, ситуации иногда... Помпезности вот эти вот все мне немножко не нравятся, я ухожу от них. Ухожу от них, и как бы да, я участвую во всех этих мероприятиях, но важнее найти бойца, важнее найти родственников этого бойца. Как рассказывает Елена Анатольевна, она старается относиться к поискам как к обычной работе. Это помогает притуплять чувства, иначе сердце может не выдержать. Но первое время, конечно, было тяжело. Тоже будучи еще по молодости, найденный боец был, как бы я нашла, то архангельские ребята, вот опять та же команда его, откопали и пригласили меня в Архангельск к женщине. А она была в Архангельской области, отец пропавший без вести, соответственно. То есть еще какая-то семья очень интеллигентная, очень такая, я сейчас уже точно не вспомню. И они были всю жизнь репрессированы. Она с 2 высшими образованиями могла работать только уборщицей. Ее не брали даже никуда на работу. То есть это было вот... как-то так. И когда мы приехали, эта женщина, она не знала, куда посадить. Она вообще доченька. После этого уже точно это дело не бросишь. Вот. Я немножко разволновалась. Ну, как бы вот оно... Потому что близко. Потому что все воспринимается так. То есть эти вот ваши ощущения, они вот... То, что люди... благодарны вам? Конечно, оно все равно, оно и передается. И даже сейчас, вот будучи здесь как бы дома, иногда по интернету приходят сыновья, приходят внуки, просят кого-то найти. Не говорю, что находятся все информации, все равно не так много, но бывает ситуация, когда вот приходил мужчина, фамилии не запоминаю, приходил мужчина, ищет отца. Стали смотреть по мемориалу, там еще по каким-то сайтам. Да, попал в плен, да, погиб в плену, и фотография. И оказалось, что это единственная фотография у человека, который вообще у них дома нет фотографии отца. То есть фотография на немецкой концлагерной карточке, это единственная фотография деда, как бы, которая есть. Переживается, ну, я же говорю, потом относишься к этому как к работе. То есть это работа. Я это должна сделать. Я это делаю, я должна, я делаю. Все. Первое время, да, очень тяжело. Не момент сам работы, да, это, как говорят, страшно, не страшно, это абсолютно не страшно, это как бы совершенно нормально. Тяжело вечерами. Поэтому вечерами у нас большой бивак, огромный костер, поем песни, очень много песен, которые написаны ребятами самими. В ходе раскопок находятся и артефакты. Практически все они передаются в музеи, фонды или родственникам. Но есть один, который она бережно хранит уже много лет. Очень неожиданная находка была, это пуля в пуле. Сейчас, ну я могу показать попозже, конечно. Да? Это пуля в пуле, то есть плотность боя.
когда пули летели не просто, то есть они мимо друг друга пролететь не могли, пуля в пуле, тоже как бы немножко жутковато. Но еще нужно учесть, что это была туда, куда мы приехали, мясной бор Новгородской области, это была вторая ударная армия, армия, которая полностью окружена и уничтожена, очень мало солдат вышло оттуда, там был коридор 400 метров, через который можно было выйти, причем он весь простреливался, остальное был котел, мешок, и все бойцы, которые там были, почему важно было восстановление имен, потому что они все считались пропавшими без вести, и, соответственно, семьи не имели ничего с того, что их отец, брат, муж погиб на войне. Вот этот самый экспонат, пуля в пуле, это вот на самой горловине выхода второй ударной армии из окружения, то есть плотность огня была настолько сильной, что это именно не, как сказать, не в патрон пуля попала, что она сверху откуда-то, еще что-то, это именно вот в полете, пули летели в полете. Пожалуйста. То вот она одна другую разорвала. Одна другую разорвала, да, именно пуля пулю. Даже зимой, когда поездки не проводятся, к ней обращаются люди с просьбой помочь найти родственников. И она никогда не отказывает. За годы работы Елена Анатольевна побывала на разных полях сражений, разбросанных по всей стране. И пока есть силы, говорит героиня, она не прекратит поиски. Основная моя, как бы основное место, где я была, конечно, много экспедиций, это деревня Мясной Бор Новгородской области. Была в Погосте, под Питером, была Любанская освободительная операция, это под Любанью, речка Смердынь, деревня Смердыня, Любанская операция. Была в Мурманске, была в Архангельске, была под Ржевом. То есть география достаточно обширная, но если в Мурманск две экспедиции всего, под Ржев одна экспедиция, то есть как бы туда просто, ну, можно сказать, просто съездили, посмотрели. Ну тоже мы с разведкой, например, мы под Ржев съездили один раз, разведка у нас была человек 10, потом уже туда поехали отряды. То есть уже те места, как бы понятно, что там есть бойцы, просто еще же война была не в каждом месте, не так, что вот она сплошным фронтом шла. Где-то были бои, где-то не были, соответственно, где-то есть бойцы, где-то нет. Сейчас попроще стало с архивами, а раньше с архивами еще было сложно. Нас не пускали в архивы, потому что как бы, мы не научные сотрудники, мы простые студенты. Да, куда, кто мы такие? Да, как бы вот, чтобы попасть в архив, нужно было пробиться через стену. Это сейчас уже как бы приезжаем, заявку даем, все просто. И вот очень много архивной работы проходит именно зимой, то есть народ, который работает в архивах, они уезжают туда на неделю. Неделю они работают, например, вот та же самая Любанская экспедиция, называемая Любанская экспедиция, они уезжают, разрабатывают материалы, и вот сама экспедиция, биваки каждый год, ну не каждый год, но раз в несколько лет меняем, причем потом возвращаемся на старое место и опять находим бойцов. То есть существует поверье, что земля не всех сразу отдает. А, ну еще забыла, что была в Выборге на поднятии самолета. Причем летчик Денишкин, это уроженец Башкирии, но захоронены они в Выборге. Меня туда тоже взяли, в принципе, для того, чтобы найти. У меня есть подруга в Москве, зовут ее Гигелия Китавна Дмитриевна. Вот Китавна Дмитриевна говорит, ну уж когда совсем не шмогу, скажу, пандуш мне в воронку сделайте, я съеду. Поэтому как получится, вообще прекращать не собираюсь, то есть не планирую завершать эту работу, планирую продолжать, а время покажет. За преданность делу она одна из первых в истории Башкирии была награждена медалью Министерства обороны России за заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества. В копилке Елены Завьяловой еще несколько медалей: ветеран поиска, за заслуги. Но поиски, признается героиня, она ведет не ради награды. Вот и подошел к концу очередной эфир нашей программы. А если у вас есть интересные творческие знакомые, которые бы вы хотели видеть на нашем телеканале, звоните по телефонам, которые сейчас видите на ваших экранах. И мы обязательно о них расскажем. А на этом я прощаюсь с вами, желаю всего доброго. До свидания.